Для того, чтобы начать тестирование, вам необходимо пройти в учебную аудиторию. Далее вы видите тестирование тест 1 или тест 2 и начинаете сдачу тестов дисциплины. Для того, чтобы пройти тестирование полностью, вам необходимо ответить на все вопросы. Если же вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос, вы можете пропустить данный вопрос и вернуться к нему в конце тестирования. Перед тем, как завершить тестирование, убедитесь, что все вопросы были отвечены. Неотвеченные вопросы отмечаются серым цветом. Напоминаю, что проходной балл по любой дисциплине составляет 50%. После того, как все вопросы были отвечены, у вас загорается в нижнем правом углу кнопочка «Завершить». Для того, чтобы завершить тестирование, вы нажимаете данную кнопку. В конце тестирования выходит ваш балл. Количество вопросов, количество правильных ответов и количество неправильных ответов и средний балл. Чтобы посмотреть оценку по данной дисциплине, вы можете пройти в раздел «Журнал», где уже будет стоять ваша оценка. Чтобы пройти следующее тестирование, вам нужно вернуться в учебную аудиторию и пройти тестирование номер 2. Принцип сдачи тестирования абсолютно одинаковый. Спасибо за просмотр. Удачи вам на экзаменах.